Добро пожаловать на просмотр нового видео. И сегодня я вам покажу, как установить мод Россия на игру GTA San Andreas. Под предыдущим видео по этой игре, где был у меня обзор, было куча комментариев, как установить GTA. Итак, сегодня я вам покажу, как это сделать. Нам понадобится любой поисковик, это Google, Яндекс.Браузер, Chrome. Потом нам понадобится любой проводник и приложение ВКонтакте. Для начала заходим в браузер. В браузере ищите GTA San Andreas на сайте PDLIFA. Ссылка на именно игру на этом сайте будет в описании. Дальше мы листаем вниз и ищем версия 2.0 оригинал мод много денег. Скачиваем вот этот ARC файл или APK файл. Мод много денег лучше не скачивать, так как нам понадобится пустой кэш и простая игра. И скачиваем вот этот кэш. И ждем установки. После установки выходим из браузера и заходим в любой проводник. Так, нажимаем загрузки. Вот именно тут вот загрузки. И вот у нас есть картинка GTA San Andreas. Это вот сама игра, и устанавливаем ее. Она устанавливается быстро. Все, готово, пишем. Дальше в самом верху у нас виден кэш весом 2 гигабайта 509 мегабайт. Выделяем его. Еще написано вот в нижнем правом углу. Еще извлечение. Извлечь в основная память Android об, извлечь сюда и ждем, когда извлечется кэш в игру. Вот это будет основная игра без модов GTA San Andreas, так сказать, пиратская версия бесплатная. Вот это как основа игры. После чего, когда кэш извлечется, мы будем заходить в ВКонтакте, и там будет запись, где будет ссылка на этот мод. Ссылку на мод я сразу же оставлю в описании. Вам, в принципе, не понадобится ВКонтакте, это для меня он нужен. Для вас я сразу оставлю ссылку на Яндекс.Диске, вам ее только нужно будет установить. Но кому интересно, запись сейчас я вам ее покажу после того, как пройдет извлечение файлов. Все, 3 объекта извлечено. После чего заходим в приложение ВКонтакте. Но говорю, вам этого не нужно будет заходить, потому что вот есть такая запись и ссылка на Яндекс.Диск. Вот я нажимал на ссылку Яндекс.Диска и просто скачивал. Вот, нажимал скачать, вот белая кнопка. И все, вам я вот это вот сразу скину на Яндекс.Диске, так что вам лишний раз не придется заходить в ВКонтакте. После того, как установился этот мод, заходим снова в проводник, выделяем файл GTA Россия. То же самое, 3 точечки. Извлечение, извлечь в основная память Android, и только уже не об, а дата. Вот, сам вверху дата. Нажимаем на нее. Извлечь сюда. Все, пошло извлечение. Файл весит 1,5 гига. GTA у меня со всеми вот этими вот модами, сама GTA плюс этот мод со всеми извлеченными файлами весит более 4 гигабайт. Так что GTA много места требует. Перед тем, как устанавливать, убедитесь, что у вас они свободны. На всякий случай, там гигабайты не 4, а 6 или 7 освободите. Вот, ну и это вот будет последний шаг. Вот идет извлечение. Уже почти что 50%. Все объекты извлечены в игру. После чего мы выходим. Все, выключаем. Интернет. Остальные вкладки. И вот я вот сюда переместил игру. И заходим в нее. Сейчас я вам покажу то, что это все работает. Вот все. Я зашел в игру. Так, сейчас отключаем звук. И нажимаем возобновить. Идет загрузка.
Все. Игра загрузилась. И вот, пожалуйста, мод Steam Жигулях. Можно кататься. Вот. Волги ездят, КамАЗ. Вот в этом видео я вам показал, как скачать GTA на телефон. Вернее, не GTA, а мод на GTA. Ну, задним получается так, что я снял, как снять GTA. Итак. Что ж, всем спасибо за просмотр. Думаю, всем стало понятно, как скачать этот мод. В этом нет ничего сложного. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. И всем пока.